Друзья, привет! Вы на канале Роман Зайцев, живу на ДВ, и это действительно так. Интересные сюжеты, диванная аналитика, новости на ход ноги, да и просто иногда поднять настроение. Жмите подписаться и поставьте лайкосик, да, прямо сейчас. Это очень важно. В прошлом выпуске от 1 ноября мы говорили о том, сколько событий может уместиться в одном дне. И мною была перечислена череда праздников. А вот сегодня Google и Яндекс как-то вяло выдают список праздников на сегодня. В Константинополе, вот, например, смотрите, 7 ноября 680 года открылся 4-й Вселенский собор, где велся спор, что Христос имел не две природы, божественную и человеческую, а только божественную. Довольно значимое событие для христианского мира, заметьте, да? А еще 7 ноября празднуют, чтобы вы подумали, день рождения Вытрезвителя, и сегодня ему как раз 120 лет. В столице оружейника, в городе Туле, по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского, в этот день, в 1902 году, открылся первый в России Вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». А еще 7 ноября 1918 года, 104 года назад, выпущены первые марки Советской России. 7 ноября 1941 года, 81 год назад, состоялся парад советских войск на Красной площади в Москве. По силе воздействия на ход событий этот приравнивается парад к важнейшей военной операции Великой Отечественной войны. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германии было назначено торжественное прохождение по Красной армии немецких войск, и наш парад показал, что этого никогда не случится. Вот мы и подошли к самому главному празднику, ведь ровно 105 лет назад трудящиеся взяли власть в свои руки, оттеснив от управления буржуйскую нежить. 105 лет назад легендарный выстрел крейсера «Аврора» возвестил о наступлении новой эпохи, эпохи русского мира. И не случайно все мировые кровопийцы уже больше века нападают на Святую Русь в попытке уничтожить наш русский народ. И не случайно мы проводим специальную военную операцию, очередной раз став последним заслоном против мирового фашизма. И вообще, 7 ноября – это историческая веха, пройдя которую весь огромный мир планеты Земля воочию и на долгие годы убедился, что человеческое общество единственный раз за всю историю воплотилось в соборную социально справедливую Русь. Враги с радостью отменили праздник 7 ноября, и сегодня 7 ноября день рабочий, но не будет митингов, не будет торжеств, но коммунисты помнят памятные вехи нашего прошлого. И завершу сегодняшнюю встречу практически так же, как и предыдущую. Праздновать или нет 7 ноября, решайте сами. А мы продолжаем разговорные форматы. А вам хорошего.